В чем суть уверенности? Очень простой ответ. Значит, если вы хотите, чтобы вы были уверенными, вы должны ничего не бояться. Чего мы боимся? Мы боимся поражений, ошибок, выглядеть не так, выглядеть, как бы сказать, не соответствовать ожиданиям там, и так далее. И вот когда вы осмысляете это и понимаете, что все эти возможные вот, ужасы, катастрофы там, и так далее, которые где-то у вас там в подкорке не делают вас уверенными, ничтожны по сравнению с целью, которую вы перед собой поставили, вы будете уверены. А если вы своим страхом потакаете, если вы от них просто отворачиваетесь и не продумываете их до конца, вы будете неуверенными, при том, что у вас есть потенциал. Поэтому, если хотите уверенности, достаньте свои страхи, переживания, ожидания, желания, выложите на разделочную доску и возьмите такую кувалду для отбивных. Бах, 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 и будет уверенность у вас 100%. Но надо всегда быть сознательными.